Проблему социального сиротства обсудили сегодня всей страной. Вице-спикер Госдумы Любовь Швецова провела видеоконференцию. В разговоре участвовали более 2500 человек из 70 регионов страны. По словам Швецовой, государство сейчас прикладывает максимум усилий, чтобы детей-сирот стало меньше. Упрощена процедура усыновления, увеличена материальная помощь усыновителям и патронатным семьям. Ребенка по возможности стараются не отрывать от семьи. Здесь тоже очень много потерпевших. У тебя ребенок инвалид, что ты с ним будешь делать в социально опасном положении? В прошлом году, на прошлой программе работы в этом направлении, она уже положена. И это вот конкретно... Детей из семей изымают только в самых крайних тяжелых ситуациях, когда уже стоит вопрос жизни, сохранности этих детей. Поэтому возврат этих детей в эти семьи, это требует огромной работы и психологов, и врачей, и школьных инспекторов. Заместитель председателя Госдумы подчеркнула, что регионам России нужно брать пример с республик Северного Кавказа, где детей-сирот по официальной статистике гораздо меньше. Любовь Швецова призвала участников видеоконференции уделять внимание программам, направленным на защиту детей.